Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Поздравляю всех прекрасных женщин, девушек, девочек и бабушек с Международным женским днем. Завтра на календаре 9 марта. Наши предки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Если зайцы долго не линяют, то ожидайте продолжительных холодов. Коль кошка или собака вдруг чихать стали, возможно, погода скоро улучшится. А ежели грачи прилетели, в начале апреля снег сойдет. А какая же погода ждет нас завтра, 9 марта? Сейчас я вам об этом поведаю. В поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области воздух прогреется до 3 градусов. Ну что сказать, солнце светит ярко, а сугробы тают. Чувствуете приход весны? В селе Крымская Роза Белогорского района Республики Крым плюс 16. Правда, такое тепло немного оборочит дождь. Но будем надеяться, что лить он будет не целый день. В поселке Ромашки Приозерского района Ленинградской области плюс 2. Осадков нет. Ну и солнышко тоже не выглянет. Остается довольствоваться только серостью и ненастьем. В деревне Лесные цветы Сасовского района Рязанской области столбик термометра остановится на отметке плюс 12. По прогнозам синоптиков, осадков не избежать. Будьте готовы к сильному дождю. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!